Официальные купели в крещение примут северодвинцев только за городом. В черте города специальных мест для обряда организовано не будет. Впрочем, все спецслужбы в ночь с 18 на 19 января проведут, патрулируя основные водоемы Северодвинска. Организованного массового купания в праздник Крещения в городе не будет. Как и в прошлом году, горожанам предлагают посетить богослужение и омыться святой водой непосредственно в самих храмах. А когда начинаем организовывать вот в рамках города что-то, вот, то это приобретает уже далекие от религиозного смысла действия. Вот. Часто приходят люди, которые и в неадекватном состоянии в том числе, или просто по каким-то своим соображениям. Для тех, кто не гонится за экстримом, а верует по-настоящему, купели будут организованы уже за городом, например, в Куртяево. В Северодвинске прибрежные районы будут под контролем спецслужб. Мы организуем патрулирование и с участием сотрудников МЧС, то есть Федеральной противопожарной службы, наших сотрудников отдела гражданской защиты, ГИМС, сотрудников ГИМС, то есть будут объезжать эти места наиболее вероятные, где обычно традиционно купаются люди, и смотреть. Административное наказание ждет тех, кто, вопреки запретам, омоется в водоемах, закрытых для купания круглогодично. Также выход на лед может быть опасен в местах сильного течения.